Бабуль, ты чего? Ну, извини, она просто мостик сделала, разминается. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Brian Maps. Это работать в морге довольно увлекательно. Давайте же посмотрим, что там увлекательного в работе вот этой. На самом деле, кстати, я хотел раньше работать патологоанатом. Как вот такой вот факт. Поэтому, может быть, да, вполне увлекательно. Привет. А как тебя зовут? Меня зовут Ребекка. А тебя? Ты Меган? А, блин! Как я понял, в этой игре мы будем работать в морге и ухаживать за трупами. Милота. Весело. Игра называется The Mortuary Assistant. Это демо-версия, но сейчас ее все снимают, и мне стало интересно, что это за игра такая, поэтому поехали. Start game. Мы Ребекка, я так полагаю, и мы разговариваем с подругой по телефону. Так, это была не моя вина, мне очень просто тревожно. Я должна была закончить свои дела. И он сказал, что... я не успеваю! Он вроде меня это сказал. Так, ей позвонил кто-то. Это Раймон. Это Раймон. Чайник? Так, я хочу извиниться, ты проделал фантастическую работу. Я просто чувствую себя не очень хорошо. Собственно, поэтому я и звоню. Я знаю, что поздно, но... Три новых, не знаю, что такое кадаверс. А, наверное, это трупы. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Дайте мне выдохнуть. Bye. Выдыхай. Как-то он странно сказал фразу I'll Holy see you. That was him. He signed me on. Согласен, подруга. I told you it was fine. Congratulations! Блять, тебя уроют в этом морге, ты понимаешь? Значит, мы, Ребекка, разговаривали с подругой. Ночь, дождь, вот такая вот ламповая квартирка. Квартирка просто миленькая. Она подруге, что вот, меня выставил босс, сказал, езжай домой, все, ты уже все, что нужно, сделала. Ей показалось это странным, потому что у нее еще были незавершенные дела. И, в общем-то, как я понял, что сейчас он ей позвонил и сказал, слушай, я просто себя чувствовал не очень хорошо. В общем, там три новых трупа, так что приезжай. И, собственно, я так полагаю, сейчас мы должны направиться в морг. Давайте сначала осмотримся. Сразу могу сказать, очень ламповая атмосфера. Только посмотрите, за окном дождь. А я, собственно, поэтому и тоже решил записать хоррор, потому что у нас сейчас тоже дождь. Тоже отстойная питерская погода, как обычно. И вы только посмотрите. Ну, не знаю, в этой игре прямо хочется остаться жить. У меня, кстати, тоже горячий чаечек. Видите, даже пар идет. Только заварил. Не видите? А так? Спасибо. Теперь видно. Можно взаимодействовать. У меня водичка тут есть. Предметами. Книга «Самые хорошие люди мертвы». Я не удивлюсь, что с нашей Ребеккой произойдет что-то странное в дальнейшем, потому что хранить такие книги дома, это нужно быть полной дурой. Кстати, ребят, всегда вам хотел показать свою коллекцию картин. Есть такая. Есть... Такая. Ага. Такие милашки. Вот мои ключи. Хорошие картины, милые такие. Ночью проснулся, увидел, может спать не захотел. О, посмотрите на эту красоту. Блин, мне уже показалось, что там кто-то стоит внутри. Мне кажется, немножко странное здание для морга. Хотя я не специалист, поэтому... Alright. Ничего себе. Я дома. Ух ты. Твою мать. Вот это точно страшная картина. Знаете, похоже на кадры из каких-нибудь попсовых клипов по типу I just shit myself. Ну, по типу того. Прикольно. Прикольно, лайк, ставим лайк, ребят, за крест. Я уверен, что вам тоже на 1000000% стало уютнее после того, как я закрыл эти двери, не так ли? Нет, но если вы хотите, пожалуйста. Нет, все, я закрываю. Опять же, довольно-таки уютный ламповый офис, если это можно так назвать. А сочетание ламповости, то есть зоны комфорта и хоррора, это не есть хорошо на самом деле. Обманчивая ламповость. Форма для выполнения наших задач. Окей, бери. Молодец. Пустые ящики. Ключи. Так, это что такое? Я понял. Это намек на то, что у меня будет выбивать свет в этой игре, не так ли? Мне кажется, или я обосрусь. Здесь у нас туалет. О, привет. Здрасте. Привет. Ого, даже тут сражение работает. Меня зовут Ребекка, и я работаю в морге.
Так получилось, что мой босс позвонил мне в 3 ночи и позвал меня поработать, поухаживать за трупами. Желайте мне удачи. Здесь у нас записка. Ребекка, спасибо за то, что пришла так быстро. Тело на данный момент находится в этой вот комнате, и оно уже готово, так что верни его в морозильную камеру, начинай работать со следующим. Твой Редмонд. Ну, конечно же, обязательно нужно такой длинный коридор делать. Hello. Привет. Alright, привет, как тебя зовут? Это все фейк. Меня зовут Саша, я диктор канала Мастерская Инстаграм. Вы только посмотрите, здесь даже морг ламповый. О, господи, что это за такой тлен. Милые прекрасные обои. О, так, я так полагаю, это как-то так работает, да? Тут специально такую медленную мышку сделали. Значит, тут у нас лежат тела, да? Ты у нас уже готовенький. Тебя нужно положить в одну из этих камер, да? Hello! Мы с тобой еще встретимся, я так полагаю. Может быть, это не его камера? А, да, они здесь разные. Вот это... Ага. Вот это пустая. Начинается, что начинается. Это? Кладем. Вот. И задвигаем. Все, спокойной какая ночи. Какая милая. Нам нужно достать просто следующее тело. Тища. Оно здесь одно. Стоп, а разве он не говорил о 3 телах? То есть вот мы его положили, нашли какую-то женщину и... А где 3-е тело? Или он имел в виду мое тело? Не знаю. Ну ладно, баба, уезжай. Да хватит моргать. Господи, как-то то тело мне нравилось больше. А мне обязательно вот именно вот так, да, любители спиной? Брайан, не Ой, надо. Сейчас что-то будет, я прям чувствую. Ой, не просто так это сделали. А-а-а, ты кто такая? Да это просто, это муляж. Это я, диктор, мастерское настроение. Это у нас Криста Харрелл. Ей 81 год. Ну, пожила довольно длинную жизнь. Сказал, что у нее довольно-таки неплохая фигура для 81-летней бабули. Наверняка она продала свою душу дьяволу, чтобы получить такое тело. 81 год. Нужно ее осмотреть. Ротейт. Ну, поворачивайся. Так. А, нам нужно найти повреждение, я так полагаю. Ляжка. А, это ручка. Господи, это она сама поворачивает? Криста, можете, пожалуйста, ручку повернуть? Конечно. Ага, спасибо. Так, ножка. Да твою мать! Чё тебе нужно? Ну ладно, сама выключила, сама включи. Молодец, все правильно. Ну я так полагаю, это тип скримера, к которому подходишь, и он просто исчезает, да? Нет, не исчезает. Ну да! Ладно, нас... Продолжаем свою работу. Мы, вообще-то, высококвалифицированный специалист. И мы выполняем свою работу на все 100. Отрабатываем свои деньги. На 7 миллион. Я кот, что ли, поцарапал? Поворачиваем. Я надеюсь, она не откроет сейчас глаза свои. Ведь это к этому и ведет. А, вот еще одну не увидел царапину. Все? Это все? Да, это все. Нам нужно занести данные в компьютер. Ну, милые обои, я на самом деле такие. Не, обои чисто, ну... Чтобы когда... Для работы, чтобы, знаете, максимальный уровень тлена был на уровне максимум. Я на утром встаю и сажусь за компьютер, резко просыпаться. Как это работает? А, все, понял. Так, правое плечо. Записываем. Левое плечо записываем. Вроде как все. Зачем такие громкие звуки делать? Ну все. Пошло печататься. Это наш репорт. Готовый. И что мне нужно сделать теперь? А, я так полагаю, отвести. Нам нужно вернуться в начало, в первую комнату, и там как раз таки эти репорты все висели. Хорошо, что тут можно бегать. Так, никуда не смотрю. Кладу репорт и валю отсюда нахер. Все, можно уходить. А спрятать ее? На удивление, я думал, двери будут уже закрыты. А у нас сейчас нас спят, как бы, а то как бы. У тебя есть шанс, Ребекка. Ты можешь прямо сейчас нахрен уйти отсюда и так никогда Ребекка, не возвращаться. Так, Ребекка, это ты, Брайан. Чё ты зыришь на меня? Чё ты зыришь на меня? Ну ладно. Hello. Наруто!
Ух ты! Что? Мне кажется... А чё 2 FPS? Она не любит аниме. Это что за херня? Тебе в носу этим пальцем поковырять? А что с FPS-ами? Ну что она от меня хочет? Чтобы я туда пошел? Ну нахрен! Ладно, сделаю то, что должен сделать. Наруто! Очень мотивационные надписи. Бог покинул тебя. Милота какая. Здесь надпись гласит. Так если его Бог покинул, почему он здесь? Привет! А как тебя зовут? Меня зовут Ребекка. А тебя? Ты Меган? А, блядь! Видимо, ее зовут не Меган. И эта игра возвращает мне мою старую привычку постоянно оборачиваться. Мне это не нравится. Ну, то есть это сон был, я так полагаю, да? То есть все нормально. Следующая задача. Нам нужно смешать какие-то ингредиенты. Глютарадехид, метанол, хумктант и формальдегид. И что, мне нужно, получается, искать эти ингредиенты сейчас самому, да? Вы кто такие? Я вас не звал. Это кто-то в окошко постучался? Да, в окошко. Вот здесь это у нас не то. Не то. Формальдегид, хорошо. Добавляем. Отлично, у нас все прекрасно получается. Хумктант нам нужен. Добавляем хумктант. Хумектант. Хумктант. Хумктант нам нужен. Добавляем хумктант. Нормальное произношение, все понятно. О, глютарадехид здесь у нас. Добавляем. И остался только метанол. Где у нас метанол? Где спиртяга? Не говорите, что метанол находится в какой-то жопе, в темной комнате. И мне сейчас придется туда идти, искать его. Где ты, спиртяга? Блядь, чуть сердце не остановилось. А что это за фигня? Ты кто такой? Я его не заметил, ну ладно, привет! Это хрипово. Ладно, я себя играл, почему это было... Почему все я такие недружелюбные в этой сраной игре? Не поздороваться, ничего. Это все ты, бабка, виновата. Ты тут всех подкупила, пока лежала в своем морге. Где чертов метанол? А, вот он. Отлично. Далее нам нужно сделать прорез, надрез. И здесь какие-то слишком сложные слова. Я даже по-русски не знаю, как они произносятся. Скальпель. А, ну, скальпель нам нужен и форцепс. Типа ножницы. Я так полагаю, это здесь у нас. О, вот скальпель. Вот ножницы специальные. Да пошел ты в жопу! Какая странная игра. Тварь! Еще в таких неожиданных местах появляется. Как ты вообще там поместился? Так как я разрез-то делать? Все. Чё? Не трогай меня. А, что? Бабка, ты чё? Вернись обратно. Она опять... Да ладно, больше нужно сосать не буду. Вернись, пожалуйста. Опять ты, да ты с красными глазами. Ну ладно, идем. Это было даже не страшно. Посмотрите на ее пресс. Она явно ходит в зал, серьезно. У нас в морге есть зал тренажерный. Все, не смотри на меня. Подкачалась. Ой, я могу окошко открыть. Вообще-то я могу сбежать. И если бы я был Ребеккой, я бы это уже сделал. Но так как мы... Ну или не сделал бы. Да, пожалуй, не сбежал бы. Ой, привет. Что? Блин, а я не умею так щелкать. Никогда не умел, пытался научиться, но мне не... А меня... Не знаю, это же легко. Это рукой лучше выходит. Получается. Идем к бабуле. Так. Все? Еще что такое? Погибла молода. What is that? Молодая Ребекка. Я не иду! Я не пойду! Я ненавижу тебя! Пожалуйста, не надо! Возьми за озвучку криков. Я полагаю, это воспоминания. Я не хочу быть здесь без тебя. Пожалуйста. Просто... Я люблю тебя. В общем, наша бабуля начала копаться в наших мозгах. Пожалуйста, кто-нибудь! Они убьют меня! Выпустите меня, остановите это. Ну, понятно. Еще одна. Понятно. Миленько. Это какая-то больничная палата. Твою мать. Ага. Ну, там, это, как бы... Ну, отвисало. Опять эта сука. Ну, снова здравствуйте. На чем мы остановились? А, так она нам не дала сделать разрез.
О, все. Все. А дальше? Понятно. Спасибо за подсказку. Нам нужна какая-то трубка. Это оно, да? Я так полагаю. О! И что теперь? О, господи, я испугался звука этого. Мы выкачиваем из нее всю жидкость. Закончили. Так, убрать все инструменты. О. Как новенькая. Подлатали. Вы видели это, я уверен. Знаете, вспоминая сейчас свои слова, я понимаю, насколько же я был прав. В этой игре прямо хочется остаться жить. Не эти. Мне кажется, или я обосрусь. Что дальше? Нам нужен резервуар бэк. И, кстати, по-моему, я где-то его видел здесь. Вот. Флексбэк. Кейвити флюид. Это у нас Флексер. Получается вот это вот. Так. А дальше-то что? I'm missing something. А, вот, трокар. Трокар нам нужен. И, соответственно... Я понял. Заполняем тело какой-то специальной жидкостью. Я не специалист по трупам, я никогда не работал в морге, но мне интересно, зачем это делается? Для того, чтобы сохранять свежесть? Не знаю. Свежесть. Ребята, кто работал из вас в морге? Напишите в комментариях. Готово. There we go. Свежесть. There we go. И что теперь? Я готов к скримеру. Дальше нужно почистить вот эту, я так полагаю, штуку. Ну да. Получается так. Вот этой штукой, да? Да. О. Так, ладно, я остаюсь сюда. Это звук компрессора, блин, он пугает больше всего остального. Последний пункт. Вернуть тело в морг. Вы понимаете, да, что... Ну вот сейчас точно что-то будет. Да не. Возможно, я смотрю на тебя в последний раз. Я хочу пожелать тебе удачи и... Надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь увидимся. Да не дай бог с этой... Такая вот отвличная тварь. В лицо пожелал. Вот так вот, вот так вот. А как только отвернулся, за спиной грязь, говорю. Ну да ладно. Негодник, негодник. Все равно, скорее всего, я ее больше никогда не увижу, поэтому... Поехали. Господи! Бабуль, ты чего? Ну, извини, она просто мосты сделала, разминается. Я просто наелся. Мне хватило. Так, я могу пока уйти? Пока демон говорит свою речь трогательную. Мужичок первый, которого я можно отправил домой, в морг, пожалуйста, открой да? мне, я ж тебе помог, быстрее! Да я... В общем, демон жалуется, что мне приходится сидеть в этом дряхлом теле. Ну нифига себе дряхлом. Ты себя видел? Я получил свой приз. А, ну вот, в общем-то, он хочет себе более свежее тело. Я так полагаю, сейчас он планирует вселиться в нас, да ведь? Классно! И... Да ты себя-то видел? Бабуля поспортивнее тебя вообще-то будет. Так-то да. Он еще и жалуется. Капец. Я просто в шоке. Игра действительно неплохая, она очень ламповая, я люблю такие игры. Со своей задачей она справляется, я обосрался, не знаю, как буду спать сегодня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий хор. Ну, хорошая, интересная игра. До скорой встречи. Необычная, очень необычная. Я такого раньше не видел. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Brain Maps. Обязательно нужно подписаться. И также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. И там лайк, коммент, подписка. Ну вы знаете, что надо делать. Так что, всем удачки, всем пока.